Во вторник в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь, днем плюс 5, плюс 7 градусов, ночью 2-4 выше 0. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь. В светлое время суток плюс 6, в темное плюс 4 градуса, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 6, ночью плюс 3 градуса, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 6, ночью плюс 2 градуса. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.